свято живу клоуну пицца. Любовь клоуны, так называется сайт Даркнете. Все твори про меня зовут царь. Клоуны зебра срау, уже просто срау, уже переподписаться на мой канал, чтобы быть моей супребанде. Самый лучший бать на ютубе, ведь бро, придет время, супребанда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Как вижу, бро, тебе же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей супребанде. Самый сильный бандит на ютубе бандит. И также сегодня с тобой видео снимает Вероника. Да, банда так уж сложилась, что у нас все заболело. И вы своим лайком можете быстро ускорить ей выздоровление. Поэтому жми лайк, бандит, а также в комментариях напиши, что ты ей желаешь выздоровления. Она обязательно это все прочитает и будет каждому благодарна. И Supreme банда, сегодня у нас просто жесткое видео, потому что сегодня я снова возвращаюсь в Даркнет. И снова покупаю живое существо с Даркнета. Прости. Просто видео банда, я купил живую девушку с Даркнета, это была Вероника. И в том же видео банда, я пообещал, что за 10 тысяч лайков я покупаю живого клоуна-убийцу. Вы только вдумайте, это живой клоун-убийца. И еще банда, давайте и на это видео наберем 10 тысяч лайков. И я покупаю живого робота, только вдумайтесь в это. Вероника, докажи, что там такое есть. Конечно есть, я сама видела. Так что, бандиты, давайте опускайтесь ниже и жмите со царский лайк. 10 тысяч лайков, я покупаю робота с Даркнета. Но сегодня, банда, мы заходим в Даркнет и покупаем живого клоуна. Только вдумайтесь в это, в Даркнете есть реальные сайты, где можно купить живого клоуна, который будет вам служить как раб. Что, Суприм, банда, здесь вы поставили лайк, а мы отправляемся в Даркнет, погнали! Окей, банда, мы на месте. Вот ноутбук. Сейчас через Tor браузер и VPN я войду в Даркнет. Только вдумайтесь в это, надеюсь, что VPN меня спасет и меня не смогут отследить. Потому что если вдруг меня отследят, то у меня могут быть огромные проблемы. Вероника знает об этом. Окей, что ж, я включаю ноутбук и вхожу в Даркнет. Окей, банда, мы вошли в Даркнет. Господи, это просто жесть. И здесь же сразу же нашел сайт, где продаются клоуны. Это просто жесть, банда, вы это видите. Любовь и клоуны, так называется сайт Даркнет. Здесь написано, ты станешь владельцем одного из этих клоунов. Кровожадных клоунов. Ты будешь хитрить, но не перестарайся. Не забудь вовремя закрыть клоуна в клетке. Выйти из себя, он может и на тебя напасть. О, господи, как я понимаю, банда, этот клоун может очень сильно на меня разозлиться и даже на меня напасть, на хозяина. С ним ты сможешь делать все, что угодно, и твоя воля никогда не станет твоим домом. Что это значит, банда? Это очень странное в конце. Я не совсем понимаю, что это значит. Окей, что ж, давайте посмотрим, какие здесь есть клоуны. Окей, бандиты, первый клоун — это кровожадный Хак. Просто посмотрите на него, он такой страшный. И его цена 1500 долларов. О, господи, он стоит огромные деньги. Окей, это реально жесть, банда. Что ж, следующий у нас клоун. Это соблазнительная Экма. О, черт, скажу вам так, она не очень соблазнительная. Она, скорее всего, странная, да? Да. Окей, цена 1999 долларов. О, господи, мне прям интересно, какая же функция. Она, наверное, кому-то внедряется в доверие, а потом его соблазняет. И с помощью своего соблазнения, она потом его и грабит. Окей, теперь, банда, мы посмотрели трех клоунов. Они реально странные, но это все не то, что нам нужно. Четвертый клоун. О боже, я его знаю. Что? Кто это? Его везли у нас в подвале. Господи, это просто жесть. Если вы забыли, то я Веронику тоже купил Даркнет. Это девушка с Даркнета. И как это было? Почему увезли? Его везли в цепях, чтобы он не вырвался. О, господи, банда, это реально жесть. Получается, это самый опасный клоун. О, черт, ты видел, какая его цена? 6500 долларов. Наверное, он самый опасный, потому что за то, что говорит Вероника, его увезли в цепях в клетке. Окей, это реально жесть, банда. Давайте посмотрим, что здесь еще есть. Окей, эти четыре клоуна, которые здесь нам все еще не подходят. Еще остался один клоун. Если он нам не подойдет, то у нас огромные проблемы. Давайте посмотрим, что здесь. Клоун-грабитель. Цена 1999 долларов. Новинка, кстати, новый клоун. Скидка 899 долларов. То есть получается скидка 1100 долларов, банда. Окей, это наш вариант. 800 долларов, как тебе этот клоун? Прикольный такой. Окей, давайте, наверное, перейдем к нему на страницу и посмотрим, что там о нем пишется и какие у него особенности. Итак, банда, клоун-грабитель. Цена 899 долларов. Господи, это реально огромные деньги. Ты станешь владельцем этого клоуна, и тебе будут доступны все сокровища богатых. То есть вот почему он называется клоун-грабитель. Он просто грабит богатых, а все то, что находит, приносит тебе. Окей, доступно сегодня в 3 часа ночи. О, господи, в 3 часа ночи, прям тогда, когда ты пришла. О, что-то всех в 3 часа ночи освобождают. И красным шрифтом выделено, ни за что не играй с ним. Это просто жесть, банда, это так страшно выглядит. Окей, стой, здесь у нас оплатить, и все. Теперь можем оплатить клоуна и просто заказать его, либо же вернуться назад и посмотреть еще клоуна. Окей, и как тебе этот клоун? Симпатичный, давай его купим. Черт, 1000 баксов почти стоит, это очень дорого. Он господи... такой классный, давай, давай, давай. Когда я тебя покупал, я пообещал, что буду тратить на тебя деньги. Придется покупать этого клоуна, банда. Клоун грабитель, что ж, теперь осталось только одно, нажать на кнопку оплатить, ввести свои данные и реально оплатить этого клоуна. Окей, банда, что ж, я нажимаю оплатить и покупаю клоуна. А, ты его купил.
совсем? Да, я реально купил этого клоуна. Что же осталось только за 3 часа ночи, пан? Уже почти 3 на ночь, уже скоро сюда придет. Окей, Вероника, скорее готовься к его приходу, пан. Это просто жесть, мы реально купили клоуна с Даркнета. Он уже с минуты на минуту должен сюда прийти, потому что уже почти 3 часа ночи. Окей, что ж, мы ждем, что будет дальше, пан. Я реально очень сильно волнуюсь, потому что этот клоун может и на меня напасть, и напасть на Веронику. И у нас будут огромные проблемы. Только хотя бы нас здесь нету. В принципе, Вероника права, они реально должны мне подкоряться. Тем более, что она работает в Dark Knight, и она все о них знает. Вы сами слышали, она одного из клоунов видела. Самый дорогой и самый опасный клоун, она его видела. О, господи, слава богу, что мы не его купили, а всего лишь какого-то клоуна-грабителя. Тем не менее, он тоже может составлять огромную опасность. Окей, супербан, наконец-то на часах уже почти 3 часа ночи. 2.58, уже реально почти 3 часа ночи. Мы немного уснули, пока ждали. Хорошо, что я поставил будильник. Вероника, вон спит. О, господи, баба, это реально жесть. Нужно его разбудить и уже начинать ждать клоуна. Вероника, проснись. Эй, проснись, Вероника. Проснись. Все нормально. Окей, супербан, это реально жесть. Уже почти 3 часа ночи. Остается только ждать, когда же придет сюда этот клоун. О, черт. Куда выключил свет? Вероника, ты это видишь? Да, я вижу. А что, если это уже клоун пришел? Черт! Быстрее пойдем посмотрим на пробки, они должны там быть. Погоди, нужно просто включить пробки. О, готово! Нам туда просто выключил свет, ты это видишь? Это, скорее всего, приходил клоун. Вероника, что делать? Он уже здесь. Да что ты радуешься, это опасно. Окей, Суприм, правда, похоже, наш заказ уже пришел. Осталось только ждать, когда же он появится в нашем доме, хотя, скорее всего, он уже где-то здесь. А что, если он где-то на улице ходит? Возможно. Нужно пойти его найти, наверное. Да, он здесь. О, господи, Вероника, ты это видишь? Да, Серёга. О, черт, это же клоун. Черт. Заказывали. Господи, что происходит? О, господи, это просто жесть. Банда, мы реально купили клоуна. Я клоун по прибытию. Вероника. Вы знакомы? Я впервые его вижу. Кто это? Вероника, что ты здесь делаешь? Я последний раз видел тебя в подвале в Даркнете. Вероника. Я люблю тебя! Что? Я переживал! Вероника, он тебя любит! Ты это слышишь? Да, я хочу. О, господи, ты говоришь, ты его не знаешь, но он тебя явно знает! Вероника, пожалуйста, прими этот подарок! Я люблю Сережу, прости, я могу быть только с ним! О, господи, это просто жесть, Бонда, мне кажется, ты его реально разозлит! Черт! Что? Его? Вероника, кого ты любишь? Я думал, будем с тобой вместе всегда, Вероника! Я убью тебя, Вероника, я его убью! А, черт, Вероника, быстрее! О, господи, черт! Кто это вообще? Почему ты говоришь, что его не знаешь? Откуда он тебя знает? Я не знаю, но может он видел меня в подвале? А, черт, это просто жесть, Вероника, это уже не смешно! Тебя уже даже клоуны знают! И что нам делать дальше? Я просто не знаю! Вдруг он тебя захочет убить? Это же клоун-убийца, это просто жесть, супербанда! Что нам дальше делать, Вероника? Я не знаю. Да успокойся, ты клоун, гребаный, она к тебе не выйдет! Пожалуйста, выйди к нему, прошу! Я же тебя люблю! О, черт! Окей, супербан, это просто сейчас у нас оба нету выбора! Погоди! У меня же стоит камеры! Я могу посмотреть через камеры, что он делает! Окей, супербан, у меня реально в коридоре стоит камера, я могу посмотреть, что он там делает! Ну, он ее любит под дверью, он сейчас ее может просто-запросто выбить! Бэт, ты видишь, это реально какой-то ненормальный клон! Клон, потому что такая стучится! По идее, ты же был на меня служить! Мне его так жаль! Я знаю, я тоже его жаль, тебя очень сильно любит, но мы не будем чего сделать! В другом варианте нас просто может убить! А тем более тебя! Окей, бан, это реально сейчас здесь самое опасное, то, что в 4 утра он уже не пропадет! Он здесь останется! Я не знаю, что... Кто он делся? Его здесь нету, банда, вы это видите? А черт, Вероника, где он? Черт! О, господи, он просто выключил мою камеру, банда, вы это видели? Окей, нужно что-то придумать, Вероника, у нас реально огромные проблемы. Я хочу к нему выйти. Что, куда выйти? Нет, куда ты идешь? Вероника, стой! Это же опасно! Нет, куда ты пошла? Вероника, он тебя убьет! Не вздумай, Вероника, стой! А черт, что ты делаешь? О, господи, нет, Вероника, иди сюда! Куда ты пошла? Черт, да что с ней не так? Почему эти девушки так сюда лезут на опасность? О, господи, о чем они там говорят, так плохо слышно? Черт! О, господи! Черт, он мне признается в любви! О, черт, это реально жесть, банда! Что? Господи! О, вот это ничего себе! Он уже даже предложение делает! Нет, Вероника, это была глупость! Он же тебя сейчас убьет! О, господи! Черт, наверное, я говорила, не надо! Черт, хоть бы он меня не заметил! Окей, банда, это реально жесть, я уже не знаю, что делать! То одну спасла, теперь еще вторую спасать, это просто жесть, банда, вы это видели! Теперь еще нужно пойти спасти Веронику, потому что, мало ли, что это уклон, а теперь в голове он может просто ее убить! Господи, нужно выйти! Хоть бы здесь нигде не было, банда! Эй,
Клоун, ты где? Черт, это просто жесть. Интересно, где они? О, черт, Банда, зачем она вообще к нему подошла? Я же и говорил, стоят около меня. Он и так был какой-то невменяемый. О, господи, Банда, посмотрите, вот Вероника, она сидит здесь, он ее просто связал. Что он здесь делает? Какой-то ненормальный клоун. Зачем я вообще его купил в Даркнете? Посмотри, о, господи, Банда, он снял с нее маску. Вероника не разрешала снимать с нее маску, он все-таки снял ее. Это просто жесть, Банда, он видит ее лицо. Просто жесть, Банда, они о чем-то говорят, вы это слышите? Блин, нужно прислушаться. Что? Я? Стой, он меня заметил, Банда! Черт, он уже здесь, Банда! Господи, нет, стой, стой, стой! Просто жесть, что тебе от меня нужно, нет! Пожалуйста, не убивай меня, можешь забирать Веронику, пожалуйста, отстань! То есть ты так просто отдадишь мне Веронику? Мою сладенькую Веронику? Она сама сказала, что больше не хочет быть с тобой! Я знаю, ты можешь забрать Веронику, я сам не рад, что она у меня здесь! Можешь забрать, и вы будете хорошие парни, я тебе серьезно говорю! Хорошо, если ты просто отдашь мне Веронику, я согласен! Окей, я с тобой согласен, здесь Суприм, Банда, мы все-таки нашли компромисс. Получается, нас Мирабай, он заберет Веронику и все будет... Сережа, Сереж, Сережа! А что? Сереж! Что происходит? О, Сереж, ты очнулся! Что ты здесь делаешь? Ты же была связана! Я развязалась, он куда-то убежал. О, господи, Банда, это просто жесть. Я реально уже не знаю, что делать. Клоун все еще где-то здесь? Наверное. Не знаю. Черт, Банда, у нас реально огромная проблема. Меня клоун просто вырубил. Вы это видели? Меня просто ударят своей битой. Окей, у нас нет выбора. Нам нужно куда-то спрятаться. Если мы спрячемся, он нас долго не будет находить. Тогда у нас огромный шанс, что он просто уйдет с этого дома. И мы останемся в безопасности. Окей, заходим тогда в ванну и прячемся там. Да, давай, ты первая. Это просто жесть, Суприм, Банда. Мне реально страшно. Окей, Вероника, держи камеру. Это просто жесть. Я иду за Банда, понимаю, что мы призываем такого клоуна. Я думаю, он будет служить на меня, но то, что я вижу, это просто жесть, Банда. Его убьют, у нас просто нету выбора. Да. Черт. О, окей, я буду тебя ждать. О, господи, это просто жесть. Окей, Вероника, давай, пока. Окей, Суприм, Банда, это просто жесть. Вы это видели, этот клоун убитый, что ты меня не убил? Это реально страшно было, Вероника просто ушла. И Суприм, Банда, вы видели это? Этот клоун снял маску с Вероники. Вероника никогда не разрешала снимать ее маску, а тот клоун взял, связал ее и снял ее маску, но видел ее лицо. Это просто жесть, Суприм, Банда, надеюсь, у нас когда-то получится снять маску. Вы помните, 10 тысяч лайков, я снимаю маску с Вероники. А еще 10 тысяч лайков, я покупаю следующий раз робота Старкнет, и, наверное, тоже с Вероникой. Это просто жесть, Суприм, Банда, сколько у нее проблем. Эй, бандиты, вот комменты за прошлое видео. Господи, здесь какие шикарные, просто дальше комментарии. Эй, бро, знаешь, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь тебе нужно там опуститься ниже. Нажать на свой лайк, колокольчик, и все, бро, ты уже в моем новом видео. Лайк, колокол, комменты уже в новом видео, бандит. Бро, помни одно, оставайся таким шикарным. Пока!